В годовщину оккупации Владимир Путин приехал в Крым. Это сообщает российская РБК. В Севастополе ему показывают школу искусств и детский центр «Корсунь». Кадры опубликовал член общественной палаты Российской Федерации Иван Есин. Сегодняшний день российские власти называют днем присоединения Крыма. Напомню, 9 лет назад под присмотром военных Российской Федерации, то есть под дулами автоматов, прошел так называемый референдум за присоединение украинского полуострова к России. Мировое сообщество не признало результаты референдума тогда и не признают до сих пор. Министерство иностранных дел и посольство Великобритании, Финляндии и Швеции сегодня напомнили, что Россия грубо нарушила международное право и продолжает это делать. А Крымский полуостров, как и другие оккупированные районы востока и юга страны, остаются территорией Украины. В МИД Финляндии, в частности, отметили, мы поддерживаем территориальную целостность Украины и усилия по ее восстановлению. Крым – это Украина.